здравствуйте! Мы рады приветствовать вас. Средства массовой информации пишут, что Кентен Фиюн Майе, биатлонист из Франции, дал оценку выступлениям российских биатлонистов в этом сезоне. Кентен Фиюн Майе не может понять, почему так неудачно выступают россияне, ведь команда вполне конкурентоспособная. Он отметил, что биатлонисты из России всегда входили в тройку сильнейших, были на подиуме или рядом с ним. Майе также сказал, что следит за русскими и ждет, когда они вновь вернутся. Всем напомним, что у сборной России по биатлону нет медалей уже 25 гонок подряд. А в общем зачете Кубка мира Александр Логинов идет на 6-м месте. Это лучший показатель среди россиян. У Матвея Елисеева только лишь 13-е место. В женской сборной у Светланы Мироновой 18-й результат в тотале. Не забудем, что сегодня в Славянской Поклюке пройдут два масс-старта – мужской и женский. А мы продолжаем надеяться на российских биатлонистов и верить в них.